Работники частных клиник в Дагестане получат выплаты за борьбу с COVID-19. Об этом сообщили в администрации главы и правительства республики. Деньги выделят из регионального бюджета. На данный момент, по информации министра здравоохранения, в республике проводится обратное перепрофилирование медучреждений в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом. По его словам, максимальное количество развернутых коек для пациентов с COVID-19 в регионе составляло более 9 тысяч, а теперь их осталось свыше 3 тысяч, причем 2180 из них свободны. Существенно снизилось число пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии, добавил министр.